Привет, приветствую вас на своем канале. Сегодня в данном видео хочу разобрать и сделать обзор на такой интересный сервис печати по требованию, как eCall, который очень напоминает Printful, Printify, ну такие знаменитые сервисы печати. Вот, создавайте высококачественную и универсальную печатную продукцию онлайн. Ну, также продавайте, простой дизайн, будьте уверены в продаже, вы лучший партнер по доставке и реализации печатных материалов по запросу. Вот так. Здесь бесплатно всегда, печать, нет минимальных заказов, более 900 продуктов в сервисах печати по требованию. Одежда, какое качество здесь все написано, как это работает, ну как на всех сервисах печати по требованию, или у вас есть платформа электронной коммерции, ну на ней магазин создан, какой-то Shopify, WooCommerce, или они подключают к маркетплейсам, таких как Etsy, eBay, ну Amazon, я думаю, тоже скоро подключат. За этой платформой давно наблюдаю, раньше у них было только эти, сейчас смотрю, eBay добавили, значит, еще какие-то маркетплейсы, может, будет добавлять со временем. Вот индивидуальный дизайн различных видов продукции. Здесь действительно конкурентные цены на продукцию. Смотрите, футболка даже $6 не стоит. На других сервисах печати подороже, я думаю, стоит, я видел. Здесь большой каталог продуктов. Вот я открыл вкладку «Все продукты», здесь даже «Лидеры продаж» написано, вот «Бестселлер», что лучше сейчас продается. Интересно макеты смотреть, да, вот с дизайном они сразу переключаются. Хорошие макеты здесь, складной прямоугольный коврик для пола, одеяла различные для кровати, вот, стакан такой модный. Ну, здесь различная одежда, все есть для детей, для женщин. Вот такие различные толстовки на молнии, ботинки даже для собак есть, вот всякие акриловые настольные украшения в форме бабочки, тоже интересный товар, еще такой не видел, маски для лица, ну все, прямая доставка. Давайте 3D дизайн, здесь макет вот интересный, я уже посмотрел, сейчас мы доберемся до него, посмотрим, можно свои дизайны, вот когда наносишь на различную их продукцию, он макет такой, можно им вертеть вправо, влево, вверх, вниз, интересные такие модели на них получаются, можно видео посмотреть, я не буду включать, кто перейдет посмотрит, вот варианты интеграции Shopify, Etsy, WooCommerce, Wix, eBay, чем отличается от других, вот доставка у них по всему миру, нет минимальных заказов, 3D модель, генератор макетов. Все интересно, здесь сейчас рассмотрим генератор макета. Здесь что интересного у них есть, создание дизайнов они предлагают их при помощи искусственного интеллекта, сейчас мы посмотрим это. Ну, здесь вот, допустим, вот как вы зарабатываете, вы продаете футболку за $25, например, вы платите за ее изготовление $10, ваша прибыль $15, ну примерно, да, это стоимость, не про то, что каждый будет столько зарабатывать, может вам за доставку, за еще что-то. Вот тут вся информация есть, я не буду это все открывать, давайте посмотрим. Это товары, вот допустим дизайнов коснемся ихнего макет, вот смотрите как они интересно, можем посмотреть, я просто открыл, чтобы побыстрее страницы прогрузились. Вот можем быстро смотреть, вот начните дизайн, допустим, ну, если здесь перейти, вот 3D макет. Вот сразу сюда перебросить на эти страницы, я все сделал заранее, чтобы побыстрее. Вот если нажать на начать дизайн, посмотрите, что бы вы хотели разработать сегодня, классический дизайн, ну как обычно вы сами наносите, все загружаете, и вот продуманный дизайн. Использование дизайнера с искусственным интеллектом для помощи в разработке дизайна ускоряет и упрощает процесс разработки. Но если нажать, мы перейдем на искусственный интеллект, вот такой. Нажали, допустим, на искусственный интеллект создать дизайн, ну при помощи искусственного интеллекта, вот я выбрал макет, продукт, можно любой продукт выбрать, это просто я, к примеру, любой дизайн, да, я вот выбрал уже, ну чтобы все быстрее загрузилось, не знаю, сколько компьютер у меня дольше грузит, все я выбрал, когда дизайн, макет, нажал вот на эту кнопку мечта, и он опубликовал мне вот такие дизайны, которые я могу размещать в своих магазинах или где-то в постах, где-то еще. Вот, ну, чтобы не пропали дизайн, нужно, соответственно, сохранить, нажать, они сохраняются, ваши дизайны, получается, вот мои дизайны, если откроют, смотрите, здесь сколько интересных шаблонов для создания дизайнов для любой продукции, ну, тут
паттерны всякие, просто есть дизайны вот такие. Давайте в мои дизайны перейдем, допустим. Вот, теперь можете использовать публика товары в своем магазине одним щелчком, попробуйте функции, но я не буду пробовать, кому интересно, кто подключит магазин. Вот они все дизайны, я тут уже поигрался, посоздавал, вот, можно открыть, сразу ваши дизайны откроются. Давайте перейдем в простой конструктор их 3D моделями, если нажать на создать дизайн, ну, самостоятельно, без... вот их конструктор, ну, любой аксессуар домашний. Допустим, рубашку можно всегда переменить, какой-то любой продукт, аксессуар добавить. Все здесь вот тоже загрузить изображение, добавить текст, ну как различные всякие конструкторы. Очень схож конструктор с любыми сервисами печати по требованию, где можно также текст изменять, цвет, шрифт. Вот смотрите. Все, можно дизайн нанесли и посмотрели, как он будет смотреться в любых вариациях. Вот, да. И, то есть, можно сказать, сами управляете все этим. Я не буду сейчас загружать, все это добавлять. Так, рассмотрим эту вкладку, как это работает. Ну, я так для видео показываю справочный центр, чтобы каждый мог разобраться маленько. Интеграция, здесь много продукты. Вот тут все есть. Мужская одежда, женская, детская для дома, аксессуары. Это работает. Вот, посмотри, как это работает, вкладка, допустим. Ну, здесь можно вот видео также посмотреть, кто не понимает, я не буду включать. Универсальный платформ для дропшиппинга, печать по запросу. Здесь даже есть SEO офлайн магазин, нанесли дизайн, заказали, у них по оптовой цене дизайн, ну, продукцию все они привезли вам, доставили, все. Ну, все написано, что для тех, кому непонятно, там, как это делать. Ну, магазин подключили, и все, заказ выполнен. Все заказали, они все делают сами. Но все, можно с ними связаться, эти условия обслуживания, продукты, заказы, интеграция, учетная запись, вступая к работе. И я регистрировался. Вот такой обычный кабинет. Вот, можно обновить услуги для членства. Как всегда, на любой платформе печати по требованию стали предлагать вот, обновиться до нового членства, то есть у вас будут скидки большие, ну как большие, там на несколько продукций, на какие-то товары будет тоже скидки, может доставка какая-то еще. Ладно, вот тут для каждого нового продавца есть купон, то есть купон на сумму до $150 можете для себя набрать, то есть нужно сперва сделать дизайн, перейти к покупке, создание макета, $30 за штуку. Вот здесь все задания написаны, создание 3 дизайнов, ну за что можно получить эти деньги, как бы, ну, не наличные и не на карту, а просто вы будете при заказе, допустим, купон это действовать, там какой-то купон, ну футболку за $6 покупаете, а с купоном можно за 5,80 купить, допустим, ну как-то так будут эти деньги расходоваться. Трендовые товары сразу в вашем кабинете, можете с своего кабинета начинать создавать. Так, здесь ничего такого прям необычного, сложно, обычный кабинет, будет все видно, как ваши, ну, товары продаются вот в производстве или в ожидании отправки, вот доставлено, когда все видно. Вот можете перейти для создания магазина здесь. Просто переводится коряво, вот они все, подключите магазин, Wix, вот, платформа электронной коммерции, эти, eBay, я думаю, еще что-то добавится, Amazon, наверное, Shopify, ну, самые такие знаменитые платформы электронной коммерции, BigCommerce. Перейти к дизайну, можно с кабинета, я просто без кабинета показывал вот эти макеты, все конструкторы, можно с кабинета перейти к дизайну, перейти к покупке, создание, паблиши, ну, опубликовать уже. Найдите лучший интеграцию для вашего магазина. Ну, магазин добавить нужно сперва. Но я думаю, здесь можно единичные товары продавать. Выбрали товар, создали его. Ну, допустим, разместили где-то в Инстаграме, там, на любой соцсети. Если заказ пришел, просто здесь сами создали его. Написали данные покупателя и отправили.
вот так, одиночные заказы, если магазинов нет, допустим. Ну, в принципе, я думаю, такое небольшое видео объяснил об этой платформе. Стандартная платформа, ну, кто разбирается, кто знает, да, Printify, так, маленько чем-то отличается, может, продуктами, ценами на продукты. Так, в принципе, все одинаково. Ну, кому интересно, переходите, регистрируйтесь. Я буду заканчивать это видео. Всего доброго. До свидания.